У нас произошла смена управляющей организации. Произошло так, что собственники, то есть, оказались даже не в курсе. Мы узнали, можно сказать так, от соседей, что прошел переход. Как бы переход должен был проходить же с помощью голосования. Никакого голосования не было. Управляющая компания, предыдущая НКОМ, прошли по арендным квартирам. Подписали. И все. И с 1 марта нас передали в ООО «Собственник». А в апреле мы получили уже счета. Ну, можно сказать, с баснословными суммами. Мы обратились в прокуратуру. Мы писали много куда уже. И в суд писали. И в жилищную компанию писали. Ну, пока мы никакого ответа получить не можем. Мы не хотим находиться в данной управляющей организации. То есть она даже не является управляющей организацией. Это просто ООО. Мы нашли компанию, в которой готова нас принять на обслуживание. Но почему-то ООО «Собственник» всячески препятствует нам в этом. Не дает нам никаких документов. То есть директор данной компании, куда мы переходим, хотим точнее перейти, на связь с ним пытается, с Бахмутовым выйти. Безрезультатно все. Мы даже площадь дома не можем посчитать. Ну, то есть, чтобы в протокол внести по голосованию, сейчас уже у нас прошло второе голосование, чтобы мы перешли в компанию привокзальной. Ну, они не могут отправить им бумаги, потому что нет никакой информации по нашему дому. То есть у нас в квитанциях даже проходит оплата, произвольная сумма к оплате. Это как? Хочу 10 копеек заплачу, хочу 10 тысяч. Если мы не составили с ними никаких договоров, на каком основании я должна платить? Ну давайте я сегодня тоже составлю себе, пойду открою ООО какой-нибудь и также пройду и начну квитанции во все дома раскидывать. Так получается. Что особо сумма разметили? К оплате у меня сейчас получается за 36 квадратов 2396 рублей. А раньше было сколько? А раньше мы платили, когда были ООО НКОМ, 1500. Внушительно, когда у меня двое детей. Ну, это общая сумма. А если по статьям посмотреть отдельно? А здесь нет никаких статей. Абсолютно. То есть расшифровки нет? Вообще ничего. Содержание и ремонт. Все. По голосованию они ответили то, что все прошло законно. Я говорю, как законно? Прошло голосование. Да, бегала специалист по работе с населением, с ООО НКОМ. А в рабочее время, днем, когда здесь никого не было, я пришла с работы, мне говорят, к вам стучались, да? Ну, то есть хотели собрать подписи. Я перезваниваю в управляющую компанию НКОМ, специалисту по работе с населением, и говорю, Людмила, нас что, передают в новую управляющую компанию? Нет, что ты, вас никуда не передают, у вас просто сейчас будет новый подрядчик убираться. Я говорю, так оплатить к вам мы будем, она, нам все, квитанции, все, это все нам будет. Ну, я хорошо, я успокоилась, говорю, ну ладно, мне-то какая разница, кто будет убираться. А на самом деле выяснилось-то, вот как у нас. У вас прошло уже больше месяца. У нас за такие-то деньги, наверное, вас тут должны облизывать с ног до головы дом. Вы что-то видите из этого? Нет. А уборщица к нам пришла. Как они нас забрали, говорят, с 1 марта. Уборщица к нам зашла 10 марта. Только убираться. До 10 марта мы мыли сами пол у себя в коридоре. Чтобы нам, ну, не утонуть в грязи просто. Ну и сами посмотрите. Время уже давно все высохло. Здесь нам что-то убирают, помимо того, что только моют пол. Все. Не секрет, что общаги обычно считают неблагополучными. Нет, на нет, третьем нет. Микрорайоне, например, там здесь у вас с этим все нормально. Нет, у нас с этим, с оплатой. Ну, бывает, конечно, у всех жизненные ситуации различные. Ну, тут у нас оплата задержится, если у кого-то не больше 3 месяцев. Все. И тут же люди гасят долг. Что дальше намерены делать? Дальше бороться. Каким образом? Ну, не помогает ачинская власть. Будем дальше в краевые власти обращаться. Чтобы навели какой-то порядок. Потому что как так? Это просто, получается, захватили дом и все. Но, насколько я знаю, по Ачинску это не первый случай. И причем с этой же компанией, собственно. Как она может обслуживать наши дома, если они с одним домом там разобраться со своим не могут, разобрать его, собрать где-то. Мы хотим спокойно. Нам не внушает доверие, во-первых, эта организация нестабильная. Насколько, как бы, не знаем уже. Мы хотим стабильности. Допустим, пусть... Не надо нам золотых гор, ну хотя бы как оно было у нас в НКОМе. Мы знали стабильно, что у нас придут, уберут, что у нас придут, почистят, придут, побелят. Все это сделают вовремя. И, ну, как бы я против, да, что нас вот так взяли и выбросили оттуда. Вы знаете, как воюем, как отвоевываем ее? Так и отказались от нас, сунули в этот собственник. В стародавние времена я начинала мыть с этой общаги. Я сама жековский работник. И вы знаете, я знаю его.
того начальника. Это очень нехороший человек, это, знаете, лучше не надо.